Камыш камышу, бревно к бревну. В районе первой очереди набережной 8 единиц техники и 10 рабочих проводят очистку береговой линии от мусора, который принесло паводковым течением. Там, где необходимо увести габаритные предметы, в дело вступает механизированная техника, а где нужен более точечный подход, орудуют лопатами и граблями вручную. Под песком находится коса, соломы, либо камыша, который физически граблями невозможно выграбить, и поэтому техника проходит, сначала собирает именно песок грязный с камышом, а уборщики уже на граблях прочесывают те места, что не смог захватить ковш погрузчика. В прошлые года течение приносило к берегу даже бытовую технику, различные бочки и канистры. В среднем каждый год на полигоны вывозят до 2000 тонн мусора. Работы по очистке пляжей замечают и жители города. И с нетерпением ждут, когда можно будет выйти на чистый песок, чтобы принимать солнечные ванны. Конечно. Мы часто ходим на пляж, загорают, купаться. Так что с удовольствием ожидаем начала сезона. Пока уровень воды в Волге еще достаточно высок, но как только он опустится до нормативных значений, специалисты проведут повторную очистку песка. После чего начнут завозить новый песок и оборудование для окончательной подготовки пляжей к купальному сезону. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.